Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала. Сегодня у нас очередная распаковка очередной посылки с сайта AliExpress. Здесь велосипедные перчатки. Давайте откроем и оценим их. Посылка шла около 2 недель. Постамат магазина Верный. Упакована. Простой почтовый пакет. И вот здесь вот такие перчатки. Это размер XL. Как вы видите, таблица размеров есть, надо просто измерить свою ладонь. Измеряем ладонь и выбираем по таблице. Также у него есть с пальцами перчатки. Они немножко подороже. Эти стоят 860 рублей, по-моему. С пальцами будут стоить 1000 с копейками. Ну, вроде брал XL. Ой, да, XL. Под свой размер. Надо было брать 2XL. Да нет, в принципе, нормально. Отлично. Все отлично. И небольшие, и не маленькие. Здесь силиконовые подушечки мягенькие. Здесь все тоже мягенькое. Здесь какая-то замша. Не замша, а как нубук, кожа. Здесь синтетика какая-то. Ну, сидят на руке приятно. Так, сейчас примерю другую перчаточку. В принципе, надо было уже брать. Начинается холода. Это типа летний вариант. Можно было бы взять и с пальцами. Затягиваем нормально. Отлично. Таблица размеров есть. Так что выбирайте. Измеряйте ладонь рулеткой или линейкой. И выбирайте размер. 3 цвета. Серый, красный и голубой здесь. Я взял красный. Ну, сидят. Перчатки отлично. Сейчас попробую, как буду чувствовать руки в этих перчатках. А так, прошивка аккуратная. Смотрите, нитки нигде не торчат. Все прошито. Отлично. Ну, фабричный Китай. Здесь тоже все аккуратненько. Все везде отлично. Никакого брака нет. Ладно, как они сниматься будут? Нормально снимаются. Ну, руль ощущается. Руками хорошо. Сейчас попробую прокатиться в них. И смотрится классно. Вот. Вот такие перчаточки, друзья. Недорогие и качественные. Ощущается руль отлично. Вот такие перчаточки, друзья. Ссылочка на них будет в описании под видео. Может, кому-то и понадобится. Опа. Так что рекомендую. Перчатки класс. Вот такие перчатки. Мне нравится, можно даже так ходить. Удобно. И в телефоне лазить. Удобно. Вот. И руки так замерзать не будут. Кроме пальцев. Но сейчас еще таких холодов нет. А на холода можно взять и полные, полноразмерные перчатками с пальцев. Ну, на этом, наверное, все. Буду заканчивать. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Буду рад каждому новому подписчику. Всем доброго, до свидания, удачи.